почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Книга Натальи Зубаревой, как и ее Инстаграм, где более 1 000 000 подписчиков, пользуется большой популярностью. Да и кому же не хочется узнать, как контролировать свой вес, стать красавицей с идеальной кожей, избавиться от бессонницы и быть совершенно здоровой. Вальс гормонов, вес, сон, секс, красота и здоровье, как по нотам, обещают обучить и объяснить читателям, как достичь, казалось бы, недостижимого. Автор книги, ее фотографий много, как будто непрерывно участвует в конкурсах красоты и создана по манящему молоденьких женщин шаблону неувядающие куклы Барби. Но не надо придираться, может, эта стереотипная внешность есть мечта, цель слабой части человечества. Лучше почитать советы, ведь Наталья Александровна Зубарева – терапевт, кардиолог, диетолог, спортивный нутрициолог, а ее книга, цитируя автора, «Еще одно мое детище» – большой научный и творческий проект, в который вложен колоссальный объем знаний и огромный кусок моей души. Заявление многообещающее, но тревожное, особенно про кусок и колоссальный объем. В общем, если отбросить эту сусально-поучительную манеру, характерную для энтузиастов, ведущих свой блог, получится довольно познавательная, хорошо структурированная и полезная книга для широкого круга взволнованных своим здоровьем и внешностью читателей. В книге «Вальс гормонов» 26 глав, из которых можно узнать, что гормоны – это важно, что выделяют 9 главных гормонов, уровень которых влияет на гомеостаз организма – кортизол, инсулин, тестостерон, лептин и другие. Также следует объяснение, о чем говорят наши анализы и какие показатели следует отслеживать регулярно и почему. В книге много общей информации о том, например, сколько нужно спать. Ведь если человек хронически не спит по ночам, он просто не может быть здоровым. Дети от 1 года до 3 лет должны спать 12-14 часов. Подростки от 12 до 18 лет от 8,5 до 9,5 часов. А вот взрослые от 18 лет и до конца жизни от 7,5 до 8,5 часов. Ведь многочисленными исследованиями доказано, что люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в 4,5 раза чаще страдают лишним весом, ожирением и депрессией. Также можно прочесть мнение Натальи Зубаревой о дробном и частом питании, о пользе витамина D, о хорошем и плохом холестерине и о коварстве так называемого полезного питания. И еще много историй пациентов, советов и рекомендаций. Что ж, дорогие слушатели, «Вальс гормонов» Натальи Зубаревой систематизирует наши знания о здоровье и правильном пути к красоте. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».